Всем привет! Сегодня хочу приготовить шоколадные кексы вот таким немного странным способом. Если вам интересно, как, оставайтесь со мной и обязательно подпишитесь на мой канал. Начнем! В миску разбиваем 3 куриных яйца. Засыпаем стакан сахара, полстакана растительного масла без запаха, полстакана кефира. Все перемешиваем. Добавляем разрыхлитель 10 грамм, это 2 чайные ложки, 2 столовые ложки какао. Перемешиваем и добавляем 2 стакана этих же стакана, этого же объема муки. Сначала один стакан, затем второй. Так вот, все как вкусно уже аппетитно выглядит. Это второй стакан пошел. Все перебиваем, перемешиваем. И тесто для кексов шоколадных готово. Вот такое должно получиться тесто. Берем стаканчики, формочки. Добавляем туда по капельке растительного масла. Кисточкой размазываем по донышку, по стенкам, чтобы очень хорошо было смазано все. Я взяла такие стаканчики. Добавляю туда по столовой ложке шоколадного теста в каждый стаканчик. Такую хорошую ложечку сверху. Потом по желанию кладем какие-то ягоды, фрукты. Я решила положить бананчик в серединку, по 3 кусочка. Можно виноград, клубничку, черничку. И сверху еще кладу 1 столовую ложку теста. Все, тесто должно занимать чуть больше половины стакана, потому что оно уже еще будет подниматься. И все, все готово. Теперь ставим эти стаканы в кастрюлю, наливаем воду комнатной температуры. Сантиметр до верха не доливая. Доводим до кипения, закрываем крышкой с полотенцем. И таким способом варим 30 минут. Вот так вот будет выглядеть у нас кастрюля под челмой. Вот так потом будет через 30 минут выглядеть. Достаем, проверяем кексы деревянной шпажкой, зубочисткой. Все готово. Разрезала пополам, потому что они высокие. Вкусно пахнет шоколадом, бананом. Но они еще горяченькие, остынут. Хотите, не разрезайте. Просто высокие будут. У меня получилось 5 стаканчиков и 2 средние кружечки. Где-то по 330 миллилитров. По желанию можно посыпать сахарной пудрой, украсить растопленным шоколадом, сверху можно какую-то ягодку положить. В общем, все и готово. Шоколадные кексы готовы. Приятного чаепития, приятного аппетита. Всем здоровья, мира, добра. Всех жду на следующее видео. Рекомендую посмотреть мой плейлист «Домашняя выпечка». Там очень много интересных рецептов накопилось. Ну и все. Всем пока-пока. Ай, вкуснятинка. Нежные, мягонькие такие. Сейчас молочка налью. Ой, вкусно. И бананчик здесь как надо.